Куда? Это на базу. Луну Пойдем я, сюда. трусы ты. Аристократа тени. Череп. Нет, не делаем. А то сам играем. Бля, ну это вообще издевательство. Эти станы. Бегаем туда-сюда, как врач. Что, встаньте в толпу, они будут прыгать в толпу. Они не будут прыгать. Вот и все. Как в Ульдуаре. Да ты не ретрика, как раз. Кольцо! Какое кольцо, Медвей? Ну вот какое? Ничего не знаю. Хорошо. Хорошо. Упадут сейчас. Ничего не знаю. Сейчас упадут две печеньки. Паладин, жрец, чернокнижник. Я тоже ничего не знаю. А чё ты такой серьезный? Ты правда думаешь, что я тебе кольцо это голимое не отдам, что ли? Ну ты меня троллишь, я тебя тоже троллю. Чё? Ты какой-то тролль. Нельзя? Так, и так, а то так. Пошёл тоже нахрен. Подстрекатель, да? Так, не врываемся, пока Гуршкин или Турбой с него словит этот, как его? Зеркало. А, нет, стой. А, зеркало, укус. С пактом сбегаем, соответственно, с этим, с тенями. По стеночке разливаем. На взлетке набираем рендж 10 между друг другом. Соответственно, шеддер, как обычно. Че, с первого раза убить хотим, да? Да. Не, а че? Будешь анонсировать, кого кусать? Нет, пускай лимон анонсирует, я по ДПС хочу. Ну, ДПС один хочет. Чек на готовность. Рыбу кушаем, кому надо. Все готовы. Отчет на пол. Сильно не врываемся. Даем РДДшникам забрать укус. Оп, я повис. Хорошо. Хорош. Пак. Лис, левее, Лис. Не забывай. Угу. Турбой с Гурского укусишь. Эй, тю. Тафик побежал. Чуть правее, милишники. Не слакай. Пакт. Тафик, долго в луже будешь стоять? Тафик, отойди. Смотри за этим. Маленький мо. Факт. Гучи побежал. Дальше турбо, мульти кусаешь. Гурский, Гучи. Пакт. Отлично. Да, ты бегаешь. Дамаш. Шаман, это тема трепета. Иду я в Гучи 8, а у второго мага 11. Турбой с мульти, Гурский Мангьяла, лопосос побежал.
Рэндж наберите. Рэндж 10 набираем, прожми. Мастер Аур Шредер. Отдавай. Факт. Отлично. К Назарук, отлично. Порасписываю, ну, пораспределяй лимон. Я не могу, у меня нету этого рекаунта. Не вижу в ДПС. Мульти укусишь Гуччи. А, Гурс. Гуччи укусан. Укусишь. Чулана. Факт. А, у тебя нет Гурски, кусай мульти. Турбойс. Настирал. Кусаешь Чулана. Быстрее. Кусайте кого-то. Из РДД. Еще. Там распределим. Попробуй кусали, отлично. Маленький мул. Ты следующий укус отдаешь, отлично. Мангиал. Бьем так. Должно хватить. Факт. Маленький мул. Укусишь Чопс. Ехал, отлично, бежал. Бунки укусишь элемента. Раньше набираем. Трубой укусишь. Шредера. Мастер Аур. Гуччи укусит. Блин, милик. Рахил Рейда. Войда укусишь Гуччи. Гуччи умер. Пакт, готовимся. Пакт. Шансунг. Все, потери. Геру дали. А БРФ не будет, да? Лопасос Берриман Геала. Силу укусили. Так. Жопки котят, Берри Гуч. Да ну, не убьем. Факт. Лопасос. Да все, вайп. Отходим к стенке. Отходим к стенке быстрее. Ко входу. Быстрее, 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 быстрее. У тебя не получилось. Я не знаю, времени навалом. Все, это масс-рез. Не успеет. Ага, понял. Так. Надо было садиться кушать сразу. Нормально. Да, этот, как у меня что-то рекаунт не включался. Мангал, а ты чё б никого не укусил? Опять запугался, блядь. Бесит. Давайте быстрее. Отлипаем. Я дам. Не идите чиниться, я дам джипса. Что привело тебя сюда? Укусины были. Я ты что, не видел на себя дебаф, мульт? Видео. Купануло. Так, да где у меня рекаунт, блядь, собрался? Ну что, Рэнд похилит на бане? Первый рду, который здесь перехилил меня. Говорит, что Му может зайти на лок, но я не знаю. Нет, он не может. Объясните, как кусать. Кому? Как кусать? Пропадает стандартная панель скиллов, которая у вас появлялась на первом левеле.
соответственно, пропадают все скиллы, остается один скилл на единичке. Подходите к человеку, выделяете его в таргет и нажимаете единичку. Главное, чтобы цель у вас была перед лицом. Надеюсь, понятно. Ну что, мы опять, наверное, надо рассказать опять, да, про фреймы. А то сейчас же искать начнут людей в рейде. Ребят, как его? Открываете вкладочку общения, рейд, и видите там первая, вторая, третья, четвертая, пятая группа. Вытаскиваете, нажимаете на группу и вытаскиваете фреймы на экран. Соответственно, там вам, так вам будет проще выбрать и как его укусить. Чоп, вставай. Я другого не понимаю. Я могу посмотреть, и мне это не снимать. Да. Я ты чё, Костя, локом пойдёшь? Если человек не придет, он не выполняет свою работу в рейде, он не выполняет задание. Это подводит весь рейд. Жопки котят, тебе не нужен тут сопрот. Пока за это наказываться не будет, все будут слакать. А, ты если, этот, кстати, кто там прослакал? Турбойс, Силу, и кто это еще? Не, Мангал, Силу. Да, не Мангал, да, Мангал, сорян. Мангал. Ты от лимон вывесил. И Силу, забыл. А, наказывается, это все будет. Сопроты им тут нужны. Надо как-то, Полбаф. Посидеть, подумать и по пятихатке начать брать. Может быть, тогда сразу начнет все лучше делаться. 6 минут осталось, давайте, что ли? Я за это согласен тоже, потому что по пятихатке это вообще не больно. А передать укус это больно. То есть это критично, не передать. Эффект на готовность. Чего-то не хватает. Инты, маг, инту бахну. А, Лимон. Все есть. Школу я. Хейпер. Все готовы, отчет на пол. Это было неразумное решение. Особо сильно не врываемся, ребят. Факт. Быстрее сбегаемся. Турбой, укусишь и пью. И еще раз, если не было слышно, укусишь Хантама. Моса. Труд, отойди. Раньше не забывайте держать 10 метров. Факт. Мульти. Уж. Факт. Турбой. Покусишь другого мага, Вангала. Гурский. Покусишь мульти. Тени. Назурок. Факт. Шаманы тотем и трепета поставили. Моса. Мангиал, побеги.
Толсат, как Фильтис. Начинаем представление. Так, по вкусу передали, да? Отлично, да, сядет, расскажу, кому дать. Так, мульт, ты кусаешь Гуччи. Гурски, ты кусаешь. Элемент Про. Пакт. Элемент Про кусаешь Гурски. Войд. Мангал. Ты кусаешь. Укуси Робу. Который маленький му. И еще один укус от Турбойса, да? Турбойс кусает Чулана. Все вроде рассказал. Факт. Войд. Сбегите же. Сейчас 8 человек, самое сложное назвать. Как думаешь, а про Хильте? Я вообще. Хила, нормально. Зачем, интересно? За тем, что я не буду бегать, блять, когда сказали кого кусить, зачем вот я должен? Тоже хилы без закуса. Шредер. Тотем и трепета. Маленький му, кусаешь Войда. Твинси, укусишь Настя Ролла, Настя Ролла, подойдешь к ней, дайте этот самый ауру. И Пью, укусишь Тафика. Минус 4. Минус 3. Ложимся. Ну чё, гимн на хп не актуально, да? 10 престов рейд. Был гимн на хп. На первой взлетке я даю шансон всегда, дальше не знаю. Как обычно. Я так понял, что после назначения кого кусать, тоже на это можно класть и кусать того, кого захочешь. Кто Твинси укусил? Корова какая-то. Я укусил Твинси Турбойс. Потому что Чулан стоял на другой стороне, и я тупо не успевал за ним добежать. Другой ты добил с тобой рядом? Если видишь, что не успеваешь, отдай лучше Мелизону туда укус. Укусил бы Милика, Войда, Князь Рука. Потом еще Чопс был. 5 секунд до конца дебафа ищешь свою цель и подходишь, ждешь 2 секунды. Так ты ДПСа не потеряешь. Нахер кусать тела? Что это даст рейду? Это дало вайп. Зато ДПС мах дал, зато молодец. В принципе, можно было блинком, конечно, побежать. Турбойс, ты неправильно делал. Смотри, если не успеваешь или видишь, что реально не успеваешь, кусай тогда ближнего ДДшера к себе, милик. Как? Блять, ну как можно? Миллизона можешь, блин, тонуться. У тебя таймер висит, ты видишь, остается 10 секунд, 5 секунд, ты потеряешь там каких-то 200 тысяч ДПСа, ты не дашь, но рейд зато не вайпнется. Хил, ты укусил хила, это помогло замечательно. Слышь, Медвей, есть вариант на замену сесть? Срочно надо отойти. Кто? Это Гуччи говорит. Лу пришел. Лу. Но недавно он был тут, потому что он еще не отсутствует. Да за него жонкой. Сейчас он уходил на 20 минут. Магазин вроде как. Почему это Войд я должна была именно его кусать? Кого? Войда? Нет. Мистер Эйнер, ты кусишь? А чё его-то? Не знаю. Это Лимон же говорил, не я. Да, может, я хотела.
меня хотела. Так, мне написали, жена, походу, Лу, она сказала, что 3 минуты, и он зайдет. 3 минуты? Отлично, еще перекурчик. Класс. Супер. Да хрен еще перекуров. Это охуенно. Ты бы че, это, Долоранты пешить? Да. Ну да, не отошел. А он у нас ДЦ был? Нет. Я по поводу тоже, у Трога правильно спрашивают. Я понимаю, что вы делаете акцент на то, чтобы кусать РТДшников, чтобы они потом в летной фазе били босса. Но летная фаза — это не весь бой. Сколько времени стоят милики под боссом? 50 секунд. 50 секунд они не ДПСят, если отдавать им укусы. Ну вот. Из всего боя, а сколько там миликов? Надо кусать двоих рейнджеров, а потом третий укус, хотя бы один, отдавать уже в мили-зону. Смотри, пятый, шестой укус в мили-зону. Шестой укус в мили-зону отдает. То есть, допустим, Турбойс, ИТЮ, Мангал, Мульти. Так, кто еще у нас есть? Раз, два, три, четыре. Чулан, пятый. И, Лимон, наверное, из шестого можно кусать Рогу. Вот. Поэтому пусть он раздает уже седьмой укус в мелизоне, потому что миликов достаточно, но первые 4 укуса должны уходить РТД, потому что на взлетке они бьют, а милики стоят, дрочат в РНЖ. Вот и все. Так зато все остальное время милики сколько дамага вносят? Не меньше, чем укушенные РТД. Да, я согласен, но, опять же, приоритет отдается РТД, просто сам видишь, у нас милирейд, то есть у нас очень много миликов. Если хочешь, можешь посчитать, начитаешь, пишешь. Вот. Алло, если бы было больше РДД, мы прошлую лану убивали, когда мы отбивали все укусы РДД, 10 укусов, остальные миликом. И милики стекали только на последней фазе под Герой, и лана ложилась. Алло. Здесь мили, просто РДД меньше, вот и все. Слышно? Да. А что вы за это время не могли замену найти? Вот у вас чел лофнутые за полчаса. Это кто говорит? Зачем тогда такая замена, если за полчаса никто не зашел в рейд? Лу, это те, кто офнуты. Смотри. Были замены. Не только за полчаса. Это тем, кому надо раздать будет ТП позже. На которых боссах они были. Все, понял, понял. Все, тут, если что, бафайте и гол. Ребят, значит, сейчас по-любому. Вот сейчас, Лимон, вот сейчас сколько укусов было передано? Мало, да? На этом трае мы не считаем, мы не смотрим рекаунт. Блять, как его вытащить-то? Нажми в этом, в главное меню, интерфейс настройки, там где аддоны, смена позиции или переместить позицию. Там есть такая красная кнопка как посередине. Если ты закрыл рекаунт, полностью закрыл, то он должен появиться. Все, нормально. Смотрите, первые 4 укуса двум магам, ШП и Ханто Ютью. Пятый укус Чулану, шестой укус в этом. Теперь у нас один ШП. Ну, тогда мульти. Ну, тогда смотрите, Роги укус, и миликов много, Рогу укусите, и, наверное, элемент про у нас кто? Милик, да? РДД, чек на готовность. По ходу движения лучше не хватает. Чулан, короче. Скажу вам, как кусать. Суманите? Он же добежал почти. Ну, куда пошел? Поздно вы решаете отдавать миликам. Он по классу, походу, ходил. У вас шкаф там есть? Лу, ты куда пошел? Да поставьте шкаф, быстрее будет. Силу поставь шкаф. Я просто квест проверил. Его не сделали, зачем? Так вдруг повезло бы, всем таймер откатило.
Рыбу кушай. Фласочку можно? Обмен кинь, медвое. Это мне тоже, короче, эти бабки я дам. Давай так быстрее. Стою фиолетовый, прыгаю быстрее. Хорошо. Чек на готовность. Юля. Все готовы, отчет на пол. Это было неразумное решение. Факт. И ты укусишь турбойс. Расколы. Твинч. Факт. Шредер. Гурский, укусишь мульт, турбойс, укусишь второго мага. Назурок. Элемент про не стой в луже, подойди. Факт. Отлично, нормально. Тотем и трепета шамана. Слушай, отходите. Бузер. На бузер дайте антифир. Ренджу набираем сразу. Начинаем представление. Отдавай ауру. Мульти, укусишь чулана. Гурский, укусишь. Факт. Что ты там долго? Настирал. Гурский. Гурский, укусишь рогу, маленький мул, выйдешь. Мульти, укусишь чула. Турбойс. Укусишь. Войда. Мангал, укусишь. Мидвея. Все, потом кусаете Мелизон. Это закончились. Мангиал. На взлетке с командой тем ШП или пусть сам гимн зарядит. Кто меня кусает, Мангиал? Да. Мангиал, около тебя. Около тебя, сзади. Отлично. Дальше говори. Сука. Рога, ты не вышел к ханту? Так. Тотемы трепета. Жопки котят. Мили зону дальше кусайте. Будет мусор. Начинаем представление. Вот, укуси мяу.
Мидвей, укуси Шреддера. Мангал, укуси Вудшейпера. Турбойс, укуси Моса, Чокера. Дай этот, как его? Байер. Мульти, укуси Мастерова. Чулан, если есть укус, укусишь Фак. Его. Чулан, если есть укус, укусишь Хан. Меня уже укусили. Покусали. По Геричу. Геру. Да, да, нормально. Держите. Тафик, укусишь мост. Отъехал, если он тебе укус, укусишь лук. Фак. Если кого-то не назначил, он может укусить силу лук. Назрук! Отлично. Рулит один. Шреддер, укусишь элемент про. Мосу и Лу укусить. Князь Рука и Чопса. Меня упустили на мост. Факт. Два бы КД я бы отдавал бы. Добивайте, 2%. Один. Фир, фир. Пусть он постоит. Да надо было до конца в глыбе стоять. У тебя не получилось. Что, тикает она или нет? Навряд ли. Сколько? 90-80к. Нормально. Не повезло. Ресы, Мэс. Ресы. Гурский контроль. Я видел. Гурсик, а что случилось? Тафик, тафик. Бой. Там вот тафик сагрил Лилану. Чаджис поставлю. Чем могу помочь? Там мост кто-то до меня укусил, да, получается? Не получилось его покусать. Чтобы это знать, качаю Дон Вуду. Либо вытащи фреймы из общения, из рейда, и будешь видеть всех, на ком есть вкус, на ком нет. И настраивать Вуду, да, полмесяца? Вуду не надо настраивать. Фрейм, ну вытащим весь на экране. Там есть значки, квадратики такие, укусы. Дырь для ног. Да, он устраивает долго. Слышно, что тебя плохо слышно, Вальд. Так рад. Грид для нубов. Буду номер один в мире от Дон. Все вот это. Я не понимаю, почему всегда Лимон говорит кусать Вайда, при том, что Вайд ниже по ДПСу, даже чем Мосс, либо я. Вот это не пойму. А, ну ему проплатил. Лимон просто не любит котов. Я тоже не знаю, почему вы Моссу не кусаете. У него собака, наверное, дома, он котов не любит. Если вы знаете, кого надо кусать, то анонсируйте. Либо кусайте без команд. Почему, почему? Последний трайл всех трех варов по 13 тысяч в среднем. Мастера 12 300, Вудшейпера 13 700, Войда 13 500. Они примерно равны до прейси. Проблема в том, что Вудшейпер сколько там? А у него нет этого троллейбоя, все нормально. Отъехал. Прошел рез или нет? Вставай. В силу шкаф. Джив слева. Первый вопрос. Почему Хант ловит укус? Он, наверное, не дает на пул спуск. И почему Хан же? Потому что Хан должен ловить укус, либо маг. Но если Хан он не словит его. Он правильно спросил, что если Хант отдает на пул, то он не ловит укус. И Хант получает контроль. Хант не напуливает.
Он на этом бойсе не напуливает. Зачем тебе вот задавать вопросы? Просто нажми турбойса и осмотри. И глупые вопросы не задавай. Если он напулит, Макс сразу заберет. Осмотри турбойса, хватит разговаривать. Мах и забирает первый вроде, нет? Ну там они, то Мах, то Хан. Не, только на этом трайте ее. Не забрал. Я поиску втыканул, дать могу. Ну так он фулл донат, почему бы нет? Завязывайте. Одного я уже исключил из рейда. Чек на готовность. Интел бафните интел. Твинтис. Крест бы еще, в принципе. Все готовы, отчет на пол. Это было неразумное решение. Факт. Турбой, если хочешь, идти. Расколы. Буйер. Факт. Отъехал. Первый гим дам я на взлетке. Турбойс. Турбойс, укусишь чулана. Гурский, укусишь мужики. Мастерал. У меня что-то с мышкой опять. У меня тоже что-то с мышкой, но... Следующие 4 укуса. Факт. Пойдут мелитоны. Потом. Тотемы трепета. Войд. Эфир прожми. Рэндж. Рэнджу набираем. Так, укус отдали, отдали. Супер. Факт. Турбойс. Укусишь. Маленький рога, выйдешь к нему. Алло. Мульти, укусишь. Войда. Войд, выйдешь к мульти. Итью, укусишь. Мастерол. Мастерол, выйдешь к нему. Мульти, стой на месте, я чаржусь. Чулан, укусишь. Укусишь Тасика. ДК. ДК, выйдешь к нему. За 10 секунд укусит. Факт. Смотрите, где цели, приходите, кого надо кусать. Шансунг. Вышел горский клинец. Сейчас давайте укусы. Дальше говорим. Войд, кусаешь медвея. Маленький му, кусаешь элемент про. Тафик, кусаешь лу. Чулан, кусаешь силу. Турбойс, кусаешь мангала. Мульти, кусаешь мосу. Мастероу, кусаешь отъехал. Итью, кусаешь шредера.
всех назвал. Если укусы будут переданы, ладно, он упадет. Гимна, аура отдал. Мастеровых. Сейчас, когда вихрь будет. А гимна хп не ты, конечно. Дал сакр. Гимна хпшенцу. Рэнджу давили? Давал. Тестик рэндж. Пилу рэндж. Техал рэндж. Укус. Выходите к целям. Раздавайте. Фак. Геру. Геру даем? Геру, Геру. Мольте побежал. Войт, вот шейпера. Мидвей, Чопса. Маленький Му. Убьем. На всякий случай. Маленький Му. Жопки котят. И Тью Твинси. Пак. Вот шейпер, Чопс. Мы убьем. Шансонг. Короче, я дал БЗ. Что-то я умирал. Убьем один брат. Даже в таймер. Вот. Вот это вот. Вот это можно сказать. Ну а что, 10 трайв назад нельзя так было играть? Я не понимаю. Да все. Никто не умер, все куснули свои цели. Молодцы, респект. Каждый раз бы так вообще было бы идеально. Еще за 15 минут. Прям посмотрел Лану и увидел слезы Твини. А че, Лан, а че ты меня не слышишь? Меня плохо слышно или я тихо говорю? Все норм, тебя слышно. Типа, не микрофон, а вот так, если нормально, так получше слышно. Может, поставил. Не знаю. Поставь голос мне повыше в этом дискорде. Правой кнопочкой получше. Тебя слова съедают, видишь, у него? Но это а я просто иногда потом... кнопку рано отпускаю. Да не, ты берешь новоспек или нет? Новоспек? Я-то? Да. Конечно, да. У меня больше нет ничего. Грани нету, ничего нет, говно какое-то. Ну, с агильной пока что можешь побегать нормально. Так там вообще там и статы, и спорты. Хаст, крит нормально. Да, все, что нужно. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся. Ништяк. Пучина лучше, блин, троллит. Конечно. Лучше чего? Блин, тролля. Я бы поспорил. Вот этого, я говно, не знаю, просто как тут блин тролль пашет. Классно. Я не видел, что это нам пашет. Надо тут очень часто прокать. Новые печеньки. Это какие печеньки? Я же говорю, ты не видел твои слезы на Лане. Все две упали. Нет печенок на полу. Ну чё, Алиса, погнали, по воительнице. Пистет, два осколка. Ёп его идти. Можно хотя бы на трэше повкашить, с магазина пришёл, поем? Лучше не стоит. Забери, Алиса, забери. Там только, да? На ястреба. Охотницам играйте. По ястребам не играйте. Играйте по охотницам. Охотницу слили, ястребы пропали. Милики, бейте левую пачку, ТД прав. Видите, меня руководит. О, вихрь меня дамажит. Сведите их. То, что он дамажит, он один не дамажит он. Он дамажит на половину ХП. Когда что два, тогда да. А, забыл. Что там будет? У тебя еще 15 минут, да? 17. Охотниц выведите оттуда.
Милишники по охотнице, РДДшника по повелительнице льда. Еще носительница откуда-то, блядь. А можно не я сегодня на валике? Что-то у меня мышки гонят, начинают. Ну а кто? Кто? Я в тебя кто верю. Я в тебя верю. Че, налетать не хочешь? Да. Я не то, что не хочу, у меня что-то вот последний трайнер у меня опять мышка, я боюсь, что опять начинает отключаться. Есть лок. Пока може трэш чистим работниць, теж помагає роди. Ага. Мелики смерть, ДД ледяную. Мелики правую, ДД левую. Давайте просто твинси скинемся на мышку и все. Это не в мышке, у меня в дырочках делаю. На дырочке. Это как-то двухсмысленно звучало. Это каждый в меру своей испорченности. Как баба. Невеста лимона. Что вы говорите? Лимон, а что вообще? Я не в курсе, что. Воу-воу, лимон, зря так. Не, нормально. Одной воительницы, что? Отдал БЗ, пусть хилит. Главное, чтобы не было двух воительниц на танке, потому что они стакают варварский удар, и это очень больно. 20 стаков по 30 тысяч раз здесь. Не знаю, сколько раз проверял уже, но 4-4 профитнее, блядь, на вар армс, чем 2-10 и 2-4. Mm-hmm. Дайте стан ей. Просто всегда завтыкал, да все до этого трая, я, короче, бил сумму Т-10-2-4. Последний трай как раз одел 4-4. Так вот, кто виноват. Да. Вот я просто боялся это... куст словить еще вначале. Понятно, чьи это 90к были недобитые. Угу. Там все, дай маме. Кто его? Ты мастер взял, да? Я говорю, бич какой-то. Кого? Это же текст. Где-то я его наглую рожу видел. Просто люди не понимают, когда им озвучивают, блядь, укусы. Мне должны взять этого человека фокус, если не могу так найти его, блядь. Фокус, у вас должно быть, во-первых, отображение. Вы идете в рейд, вы должны видеть, что вообще в рейде происходит. Хиллбот, Гуду, Грид, блядь, тот же, я не знаю, рейдфрейм какой-нибудь, обычный стартовый. Главное, этот фокус, где вы должны сами видеть, понимать, мониторить ситуацию в рейде. Вот. Выходим, допустим, видите, что дебаф, да, 10 секунд кончается. Мне там, блядь, какой-то лимон сказал выйти к этому челику. Я к нему должен выбежать. 10 секунд хватает. И все. Когда каждый из вас начнет так играть, хотя бы так, как я описал, мы ЦЛК будем убивать за 3 часа. Без всяких какой перекоров. Ну а что, не так что ли? Ну так, так, милый, так. Нужно лично мастерство повышать. Да вроде 26 мастерства. Опять. И опять на вальке. Опять 26 мастерства, нормально. Ой, ты как не строил, шутишь уже. Молодец. Где щит, блядь? Скажи спасибо, что не так, как раньше, шучу. Твое это. Мастерство повышаю. Ну чё, Твинси, на стрелочках полетаешь в порталах? Если я вас вайду... На стрелочку. Ну ничего, получишь ГП, все нормально будет. Стрелочками направление задавай. Алиса слева, Лимон справа.